Вот нас там все время пугают, да, там фильмом «Матрица», там искусственным интеллектом, какими-то страшными вещами, что машины там заменят человека или как-то его поработят, или что-то еще с ним сделают. Ну, я, во-первых, вообще не верю ни в какой искусственный интеллект. То есть можно какую-то штуку назвать искусственным интеллектом, но это не будет иметь к интеллекту человека никакого отношения. Мозг и мышление человеческое соотносятся друг с другом так же, как рояль соотносится с музыкой. Тот, кто считает, что значит, рояль создает музыку, но он глубоко ошибается. На рояле музыка исполняется, точно так же, как мышление, наверное, исполняется на нашем мозге. Да? А создает музыку композитор, да, и тоже как бы не в том смысле, что мозг композитора ее создает, а это идеальная совершенно вещь, которая существует вообще независимо, ее на нотах можно записать, в цифрах, там, в разных развертках, да, и она может относительно или отдельно, что называется, существовать. Поэтому мы можем сколько угодно и конструировать рояль. Он может у нас деревянным быть, стеклянным, оловянным, электронным или еще каким-то, но сама музыка, да, сама, как бы само мышление, сама сущность человеческая, творческая, она не изменяется и не изменится. Потому что то, что человек породил, оно его как бы родителя захватить и поработить не может на самом деле. Опасения всевозможные были по поводу всех технических новшеств. Когда бы они ни возникали, кто-то там на крыльях полетел, его там казнили, да, кто-то паровоз там изобрел, люди убежали в страхе, когда там кинематограф показал, да. Люди, когда возникло радио, люди говорили, что все сойдут с ума, потому что это же шизофрения, когда ты слышишь голоса и не видишь, да. Нужно человека в дурку просто отвозить, когда он слышит голоса. Или телевидение, да, когда Пелевин у нас писал, что состояние созерцания телевизора подобно состоянию одержимости бесами, да, когда ты видишь совершенно другие образы, видишь другие голоса, слышишь и так далее, твое сознание полностью заполнено этими вещами, которые ты сам не произвел, не индуцировал. Вот, поэтому, когда мы говорим, что интернет, он изменит как-то человека, да, он, конечно, меняет человека, меняет человеческое восприятие. Маршал Маклюин изучал, допустим, как средства массовой информации различные меняют человеческое мировосприятие. Даже книгопечатание уже стандартизировало зрение человека. Сейчас человек, который смотрит клипы, у него клиповое мышление развивается. То есть, когда следующую секунду что-то другое, не связанное с тобой. Да, это разрушает логику, логичность мышления. Но кто сказал, что логика и логос вообще это нечто, так сказать, такая некая вот эти наборы силлогизмов, когда мы последовательно из одного чего-то выводим другое. Нам просто придется изменить взгляд на логику и на логос, а увидеть, что на самом деле логика совершенно в другом состоит. Поэтому интернет влияет на человека, но он не пробивает его сущность. И на самом деле я вас уверяю, как футуролог, да, что скоро мы столкнемся с тем, что интернет будет так же непопулярен, как, там, допустим, радио или телевидение. Да? Когда вырастут там наши внуки, и будет что-то другое вместо интернета, например, виртуальная реальность голографическая, да, когда можно там надеть виртуальный костюм и погрузиться в реальность полностью, то есть почувствовать себя внутри целого мира, который будет абсолютно так же реален, как наш настоящий, и люди уйдут туда и будут там как бы геймиться, играть, и будут смеяться над кем-то там, над нами, с вами, да, и будут говорить: смотрите, он пользуется интернетом, смотрите, сидит в соцсетях. Точно так же, как мы там с улыбкой смотрим на наших родителей, которые смотрят телевизор. А они, в свою очередь, смотрели на бабушек, на своих родителей, которые слушали радио. Каждый день утром вставали, включали радио, и оно у них весь день играло, и оно все время было с ними. Вот. Когда-то интернет, через там 20 лет, например, он превратится, скорее всего, в кладбище аккаунтов, в которые никто не будет заходить, в этих Фейсбуке, социальные сети, Твиттеры. Там останется какой-то кусок нашей жизни, но люди перейдут в другие вещи и будут пользоваться там. Да, естественно, что виртуальная реальность, голографическая реальность, она будет тоже, значит, пугать людей. То есть тоже люди будут говорить, что значит, это опасно, что человек погрузится в нее, он будет сидеть там
значит, например, там он решил войти в костюм какого-нибудь Наполеона и будет там руководить войсками, захватывать Россию и так далее, там пройдет 24 часа, он без пищи, там умрет просто и так далее. На самом деле есть там технические возможности, как делать. Ни одна корпорация не заинтересована в том, чтобы ее потребитель умер. Поэтому будут технические возможности человека отключать из этой виртуальной реальности и так далее. И будет какая-то экология того, как все это делать. Хотя, конечно, определенные проблемы могут возникнуть, но, понимаете, проблема вообще состоит и сейчас, и вчера, и позавчера. Она вообще состоит в том, является ли человек потребителем или творцом этой реальности. Если ты чистый потребитель, который уходит в свою вот эту игру, да, там еще во что-то, и там все это ест, то это одно. Кто-то должен это воспроизводить, кто-то должен это совершенствовать. И вот проблема всегда возникает именно с потребителями. Они погружаются туда и не выходят как бы наружу. Вот здесь нужно и определенные там власти, корпорации, бизнес будет следить за тем, чтобы воспроизводилось количество творцов. Потому что кто-то должен совершенствовать программы. Вот... А кто их будет лучше совершенствовать, чем бывший геймер? То есть тот, кто сначала пассивно ушел в эту реальность, наигрался, да, а потом его корпорация берет и говорит, а что бы ты улучшил, а какую игру бы ты изобрел, а как бы ты добавил и так далее, и так далее. И дальше он превращается в творца. Понятно, что все не превратятся, но шанс, так сказать, превратиться есть, и сами власти и корпорации заинтересованы в том, чтобы такое превращение с ну, какой-то определенной частью происходило с определенной частью людей. Поэтому боятся, что люди все вымрут или попадут под власть, так сказать, там вот этих вот игр машин, уйдут в виртуальную реальность и там в ней утонут. Мне кажется, бояться совершенно не стоит. Так, ну и Что? Да, вы спрашивали, а неужели нет третьего варианта там? А, ну это да, ну я думал, это. Не, ну давайте его сюда, там ну же... Ну давайте, много... да, хорошо. Да. Да. Существует, конечно, третий вариант между таким пассивным восприятием игр и активным их творчеством, созданием и так далее, да, то есть человек может заниматься чем-то другим. То есть это такой вариант эскапизма, то есть когда человек уходит, там, например, в лес, но он может и не в лес уйти, он может быть уйти там во что-то другое, что ему будет интересно, да, и там, вот в этом мире продолжать как бы существовать. Но не уверен в том, что его положение более выгодное по отношению к тем, кто в других мирах живет. В конце концов, это все миры. Мир леса, где там растения, животные и так далее ходят вокруг тебя, и ты за ними там бегаешь. Это один мир, но точно такой же может быть виртуальный мир. Может быть мир, населенный чудовищами, мир, населенный роботами. Может что-то на основе прошлого и так далее. То есть человек вот эти вот разные жизни может как раз попробовать. И определенные сбои в программах, которые, кстати говоря, могут быть запланированы, они или запланированы, или они могут катастрофическим образом произойти, они могут перекидывать человека из одного мира в другой, где разные метафизики, где разные ценности. То есть вчера ты жил в мире, там, например, там, ну, там, каком-то нашем прошлом, сделанном там, на основе прошлого, там, например, средневековья какого-то. Был там рыцарем, да, ходил всех в латах, там, рубил и так далее. Потом ты поселился на другую планету, в другом мире, да, где там какие-то чудовища, где там вообще нету, например, там силы тяжести или еще что-то такое. И там летают, например, все. Это другая физика, и другая метафизика, и другие ценности, и все остальное. И человека будут расширяться горизонты. То есть на вот этом конфликте разных ценностей, миров и так далее, он будет проваливаться в щель между мирами различными, между метафизическими ценностями этих миров. И значит, из этой щели, что называется, осознавать, что всего лишь эти ценности являются ну, как бы, искусственными аксиомами, на которых строится как на основании там, определенной ну, так сказать, там, картинка, звук и все остальное. Вот. Поэтому кто-то, исходя из этого, начнет творить. Он скажет, а почему я не придумаю свой какой-то мир? Да? И будут творить. В принципе, так оно и происходит. Здесь ничего нового нету, опять-таки. Так оно и происходит в течение всех веков.
откуда все творцы вообще брались, они же вот просто где-то что-то сочиняли, потом это становилось, захватывало умы все больших людей. Там, например, Тофлер сидел в Оксфорде в пивной, сочинил там «Властелин колец», который был интересен ему и еще там трем таким же сумасшедшим. Да? Потом это стало интересно 10-100 человекам, потом книгу прочитал там миллион, потом сняли фильм, потом игры стали существовать. Сейчас туриндустрия существует целая в Новой Зеландии, куда возят там по тофлеровским местам. Можно самому пройти квест какой-нибудь, да, как Фродо, там кольцо какое-нибудь найти и так далее. То есть в итоге вот это все будет происходить, и кто-то там другой мир такой же сочинит, кто-то третий, кто-то десятый и так далее. Собственно, планета будет продолжать вертеться так же, как она, собственно, до этого и вертелась, потому что по этим принципам и сейчас все устроено, и никто их, наверное, не отменит.